Господи, благослови. Ну вот мы находимся, наверное, в центре мира, в центре Вселенной, в центре мудрости человеческой и мудрости христианской. Мы находимся в храме Святой Софии в Константинополе. Отец Сергий Булгаков, когда-то приехав сюда впервые, уже в эмиграцию, к несчастью, вывезенный пароходом, он сказал, что он счастлив, что он мог дожить до этого мгновения и увидеть, и как было бы страшно умереть и не увидеть вот то, что он увидел здесь. Он сказал благословляющие, возвышенные, ослепительные слова, что этот прекрасный храм, в котором все совершенно, и наружная его сторона, и внутренний, это Платон, крещенный Византией, это все высшее, что было в Греции, и Греция, которая, наконец, думая о Христе, зная Его, предчувствуя, почему мы знаем, что в Успенском соборе в Москве на паперти изображаются Платон и Аристотель, как христиане до Христа, уже предчувствовавшие Его появление со дня на день, с минуты на минуту, еще не знающие, как Он назовется, но уже знавшие об этом. И вот здесь это храм, по как раз мнению отца Сергия Булгакова, что это храм, который и есть Платон, крещенный Византией. Здесь сбылась словно греческая мечта о Христе, о подлинном откровении. Все, что было предзнаемой истиной, еще не называемой так, она впервые получала свое имя, она впервые получала небо, она впервые становилась храмом. Сама Византия во всем, что она сделала, во всем, что она сделала для русской церкви, чтобы в сущности и есть русская церковь, потому что Григорий Богослов, Иоанн Златоустый, Василий Великий, Николай Мирликийский, все, о чем мы каждый день говорим на службе, все это все византийская земля. Она вся принесена в Россию и вся стала нашим существом, нашей верой, нашей правдой, нашей истиной, нашим стоянием. Ты вот сегодня, когда приходишь сюда и оглядываешься во всем уже длинном историческом опыте христианства, равно в Византии, равно в России, в Европе, ты все чаще думаешь о том, что эта страна, как этот храм, это больше вопросы, чем ответы. Когда-то Константин Николаевич Леонтьев, не он один, а славянофилы наши, и Аксаковы, и Тютчевы, и Достоевский говорили, как было бы славно, наконец, воздвигнуть крест над Святой Софией, что довольна ей быть поруганной месяцем, она должна засиять в первоначальном свете и чистоте. И отец Сергий, опять же, здесь, в этом храме, замечательно верно говорил, что это храм пророчества. Он, может быть, до времени остается покрытый. Вот мы не увидим здесь лучших фресок, лучших мозаик. Они закрашены и забелены пришедшим сюда исламом, загороженный, ибо нельзя, человеческое изображение было, не позволялось ислам. А в 1453 году, 29-го, кажется, мая, во вторник, как вы знаете, Константинополь был взят. А в пятницу здесь, вот в этом самом храме, султан Мехмед уже совершал пятничный намаз в алтаре, вот там. Святая святых, где было написано Юстинианом, твоя от твоих тебе приносящая. Мы об этом не говорим. Это болезненно и тяжело, но говорить об этом должно. Что все величие прекрасно до той поры, когда человек все-таки внутри себя постоянно помнит Христовы слова, что царство мое не от мира сего. Как только он на минуту начинает думать, что он воплотит здесь это царствие, в соединении с государством, в едином устремлении, что, наконец, симфония будет и воцарится, наконец, благословенное единство церкви и государства. Как только он на это начнет уповать, кончится тем, чем кончается. Кончается тем, что приходит другой человек, исправляет здесь пятничный намаз, а святая святых бывает поругаема. И камни вот эти оказываются тоже взорваны и, слава Богу, не истреблены, но превращены в музей. Дай Бог до времени. Вот это то, о чем мечтал Сергий Булгаков, что эти камни сохранят нам наше высшее устремление, наше высшее духовное порывание, то, к чему мы были призваны,
И храм все время будет напоминать нам о том, как мы были в своем устремлении прекрасны, как оно было возвышено и могущественно, это порывание. И как только мы станем христианами в настоящем, высоком, подлинном, глубочайшем смысле, как только Евангелие будет проповедано во все конца земли, не надо будет говорить о возрождении, о восстановлении храма на Святой Софии. Он станет сам, ибо Евангелие в самом деле будет проповедано во все конца земли. И оно будет неотменимо, ибо оно несет истину, свет и жизнь. И человечество не может не увидеть сам храм этот, самим своими стенами, своими мозаиками, своими фресками, своими колоннами, всем от 40 этих сверкающих окон. Он каждым своим камешком подтверждает, что это было, что истина и жизнь есть, и что она всесильна, и что она никуда деться не может. Это мы в человеческих заблуждениях летаем и мучаемся. Ведь страшно, страшно вспомнить, опять же, о чем мы почти тоже никогда не говорим, что здесь, на этой самой земле, рядом, в нескольких метрах стоит храм, в нескольких вот десятках метров стоит храм Святой Ирины, и в нем в конце 9-го столетия Михаилом III, пьяницу его называли, к несчастью, Михаилом III, отвергнутый патриарх Игнатий, сидит со своими близкими к нему людьми. И он предает анафеме патриарха же Фотия, поставленного тем же государем Михаилом III. А Фотий сидит в храме святых апостолов, тоже в нескольких сотнях метров отсюда, и предает анафеме Игнатия. Два патриарха одной церкви при одном императоре, православные в самом торжестве и совершенном развитии, придают друг другу проклятие. Конечно, от этого уже очень недалеко до того, что рано или поздно все-таки огромное количество крестовых походов сделают свое дело. И придет сюда Латинская церковь и воцарится здесь. И православный отодвинется в Никею, и там, на родине символа веры, пробудет в изгнании какое-то время, прежде чем снова вернуться в Константинополь. Нам придется спрашивать слишком много, и придется спрашивать себя тревожно, серьезно и нелицеприятно. И, может быть, в этом и есть благословение и необходимость этих камней, на которых мы сейчас находимся. Они для того и стоят, для того и пророчествуют, чтобы мы одумались, вслушались и, наконец, поняли главные вопросы, задаваемые нам. И поняли, что церковь есть тело неотменимое, но требовательное. Что нельзя в нем стоять расслабленно, нельзя ни на одну минуту вообразить себя победившим. Она все время вопрос и тревога. Но вот когда мы войдем в алтарь, мы увидим, что в алтаре, в самом драгоценном и святом месте, где совершалась трапеза, где совершалось причастие крови и тела Господне, и где ожидал пустой трон для Спасителя, который должен был явиться здесь для того, чтобы судить человечество, стоит михраб. Это алтарь, обращенный уже в сторону Мекки. Это мусульманская святыня. И она стоит не в центре, она стоит чуть сбоку. Она обращена в сторону черного камня Каабы. И эту мысль мы говорили, но повторить ее должны и должны, что пока Господь смотрит единый в исламе у нас, Он смотрит нам в глаза и не находит нас одновременно, мы повернуты в разные стороны лицами. Молясь единому Богу, мы смотрим в разные стороны при этом, пока Он не увидит наш взгляд, устремленный к Нему одному. Говорить о каком-то единстве, о каком-то целостном человечестве – вещь почти невозможная. Оно только тогда и будет возможно, только тогда можно будет говорить о чем-то, что соединяет человека и человека, когда действительно и михраб, и святыни индуизма, что все будет повернуто в ту единую, действительно определяющую Бога сторону. Мы придумываем тысячи объяснений, но на самом деле уже свет истины и мир явлены. И поэтому останется только вглядеться правильнее, вглядеться и понять, что ислам, когда-нибудь, как отец Сергий Булгаков говорил, место блюстителей, которые занимают до времени наши святыни, и они когда-нибудь догадаются, что на самом деле им только предстоит это счастье и восторг узнавания внутри вот этого храма, внутри Святой Софии, в собственном михрабе, увидев, как он ориентирован не туда, куда должен, они поймут, наконец, что
Это никакая не пропаганда православия среди мусульман, это просто попытка размышлять человека, который живет и страдает, и клонится к закату жизни, и, естественно, думает об этом, как, наверное, все человечество до него думало, с любовью, беспокойством, тревогой, потому что не может человечество быть разобщенным. И вот еще, может быть, одна важная вещь – простота вот этого внешне сложного устроения. Она драгоценна тем, что мы потом эту простоту узнаем в храмах Новгорода и Пскова. Они внешне будут неузнаваемы, но они будут небесно просты, точно так же, как София. Они будут так же естественны, как человеческое дыхание. Вот мы видели вчера с вами мечеть Ахмеда. Она прекрасна, торжественна, летучая, она подражает этому. Но вы видите в ней только цветной воздух, в котором нет этой плоти и торжества духа, которое здесь есть. Вот это, и хотя, говорю, строитель мечети султана Ахмеда говорил, я победил тебя, Юстиниан, мы здесь видим, что не победил он его, потому что нельзя победить истину, свет и жизнь, которая торжествует в этом храме.